Параца что-то вроде привидения. Многие годы мы не можем уличить его в причастности к серьезным преступлениям, в том числе и к убийству Хеллера. Звезда Спараци взошла благодаря его неизменной жестокости и рабской преданности мафиозной доктрине. Его перевели в Неваду руководить Лас-Вегасской Коза-Нострой. Дайте водички. А как он связан с Израилем? Спараци показал ему все прелести жизни, помог добиться первого большого успеха на сцене, а потом вывел на самую вершину. А Израиль очень ловко воспользовался ситуацией, постепенно завоевывая преданность ближайшего круга Спараци своей идеей захвата дрона. Я слышал в жизни немало бредовых идей, но... Когда всю жизнь вытаскиваешь кроликов из шляпы, пилишь на сцене людей, кажется, что возможно все. Израиль захотел пощупать опасность. Но в результате он только расколол семью на две группировки. Спараци с одной стороны... Израиль с другой. Начавшиеся разборки привлекли внимание всех следственных органов, работающих под эгидой федерального правительства. Это он знакомился. И в данный момент... 16 служб, финансируемых штатом и федеральными властями, ведут расследование деятельности Коза Ностры. Вот и оказалось, что Израиль нужен практически всем.